Творческую команду возглавил продюсер проекта «Хит за день» Михаил Гребенщиков. Михаил запомнился всем яркими образами первой «Фабрики звезд» и отважного островитянина в проекте «Последний герой». С этого и началась его карьера телерадиоведущего, киноактера, поэта, композитора и режиссера. За последние 10 лет студия записи музыканта стала одной из самых популярных в Москве. Десятки музыкантов оценили саунд-продакшн и выбрали именно звучание от Михаила. Михаил Гребенщиков неоднократно представлял российскую делегацию Министерства культуры Российской Федерации во многих странах, а также выступал режиссером множества фестивалей и форумов. Слушайте «Пластилиновую ворону» в стиле драм-н-бейс. Автор Михаил Гребенщиков. В данный момент Михаил делится своим опытом с детьми и работает музыкальным продюсером вместе с Аллой Борисовной Пугачевой в ее детской школе. Рецитал-клаб.